сейчас об экскурсии вокруг света, правда, для одного только человека. За 11 дней Федор Конюхов облетел весь земной шар и установил мировой рекорд. Такой скоростью обогнуть земной шар еще не удавалось никому, да еще и с первой попытки. Сегодня утром Конюхов приземлился в Австралии, достиг западного побережья и пролетел буквально в нескольких метрах от места старта. При этом, с научной точки зрения, это почти невозможно, так считают эксперты. Такой результат можно считать настоящим чудом. Путешествие проходило в экстремальных условиях. Температура в полете иногда опускалась до -55 градусов. Конюхов преодолел 3 океана, 3 континента и смог установить еще один мировой рекорд. Поднялся на высоту 10 600 метров. Приземлился 64-летний путешественник в одной из австралийских пустынь. Перед посадкой не успел пристегнуться, немного поранился, но, говорит, чувствует себя сейчас уже очень хорошо. С успешной кругосветкой Конюхова уже поздравили пользователи соцсетей. Австралийцы выкладывали в Твиттер фотографии воздушного шара россиянина, когда он пролетал над их домами, и следили за его маршрутом. Ну что ж, и мы поздравляем.